Иван Гаргамель представляет. О, сейчас снова распоясались пираньи. Жрут деньги и сейфы. Третья серия. Секрет банковской операции. Помещение банка. Проводим Здравствуйте, преступника. Здравствуйте, мои подписчики, С вами Иван Гаргамель. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, зрители моего канала. С вами Иван Гаргамель. Будем продолжить игру под названием «Братья-пилоты. Загадка Атлантической сельди». Так вот, как вы заметили, я уже закончил в музее. Теперь будем продолжать в банке это дело. И так все мы уничтожили. Открывай еще все. Понятно? Отлично. Мы это уничтожили. Блядь, дальше. Отлично. Это пулялка. Вперед дальше. Сверим часы. Сверим часы. Ничего не понимаю. Сверим часы.
зачем бегаю? Займемся мурковкой помещения. Мурковкой помещения. Мы по делу. По делу. По ограблению. Лестница идет подозрительно. Идет подозрительно. Нужно быть аккуратнее с лучами. Довольно опасные эти красные лучи, чем синие. Я вам говорю, что они не очень-то безопасны. Иначе. Какой же рассеянный, похоже, стал. Какая леталка пуля! Пуля! Первичное изучение банка? Банка? Красный цвет, красный нет. Красный нет. Ощущение, что так много так говорю не потому как ем яблоко. Достал тебя! Сужайтесь, коллега! Сужайтесь, коллега! Вот что из этого может произойти. Продолжаем по той же формальности.
Пока вот слуга занимается вот чем, мы тем временем отправимся. Кочики-прикучики! Чтоб ты значила, не стой под лучом. Преступник, где ты здесь? Здесь. Ага. Пулялка! Это банк? Открывай счет! Открывай счет! Один ноль! Осторожность прежде всего не помешает. Придется нам немножко задержаться, стало быть. Сверимся. Преступник, где ты здесь? Здесь. Да, блин, это не самое простое, что есть на свете, когда перед тобой красный, прокрасный луч. Чтобы было не попал бы под инфракрасный луч, шеф. Инфракрасные лучи, скажу прямо, если же они так могут сжечь, опасны. Отлично. Нужно идти. Ничего не понимаю. Нелогично. Безопасность прежде всего. Преступник, где ты здесь? Преступник, где ты здесь? Я
Так. Я ничего не понимаю. Отлично. Ищем выход из сложившейся ситуации. Проклятие, надо быть действительно на чеку. Мы найдем выход из сложившейся ситуации. Вперед! Отлично! Деньги тоже были! Деньги тоже были! Вот так! Мигарь! Что ты? Мужик? Мужайтесь, коллега! Исключительный пользователь. Займемся. Займемся. Лежу за гром. Все хуже, чем я думал. Прощение, что иногда таким голосом говорю, потому что мне тоже надоедает уже, поди. Это все. Не настоящий. Не настоящий. Настоялись. Не стоим. Чемпионат!
лучше пойдет туда, увы. Слуга. Я люблю крупные купюры. Лучики-пекучики. Красными лучами. Они ого-го опасны. Какая примета? Быть на инфракрасных лучах. Здесь осторожность не помешает, дорогие мои подписчики, не правда ли? Если же осторожность помешает, все, пенять будем на себя. Жизнь не мила, как говорится, скажу прямо. Придется вытратить жизнь. Так. Ага. Нет, не думаю! Убейте нас! Убейте! Входим в... Входим в рамки действующего косвенного доказательства. Снаряды летучие! Снаряды летучие! России! Какие вражебные лучи! Нет, Мэрч! Деньги тоже вылезли! А у него тоже были! Немного становлюсь, когда все уже идет нехорошо, дорогие мои подписчики. Когда только упирает наши герои, эти проклятые пулялки, эти проклятые пушки, пылесосы, застрелялки, бомбардировщики, даже инфракрасные лучи мешают. Thank you.
Слышь, там тебя! Да я жизнь не имела, дорогие мои подписчики, когда только мы в таком сложной ситуации, когда мы в такой сложной ситуации. В следующий раз надо было в коллегу призывать на этом все капут. Кто знает. Ну и него сложный какой уровень сделали еще в 2006 году. Не каждому это известно, не каждому это подвластно. Сверим часы. Сверим часы. Красный свет, а подарки нет. Да.
С этим нужно быть аккуратнее. С красными лучами шутки плохи. Ага. Ага, вот что происходит. А это чтобы нам всем, так сказать, не тягаться? Может быть, пойдем так? Кто знает, что из этого будет? Какие красивые мужчины! Надеюсь, этим точно не будет никакого вреда. Если будет вреда, то принять буду сам на себе. Оп! Отлично! Ищем выход, ищем выход. Сложившейся ситуации. Придется вот так делать, дорогие подписчики, потому что если дело, когда потому что если же по содержанию Басни Крылова этого Лебедь-щука-рака. Когда друзья согласия нет, дала дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Преступник, это здесь. Эй, между прочим, Крылов это мой тезка. Сверим часы. Сверим часы. Ничего не понимаю. Да, бывает же на свете такое потрясение. Дальше вперед. О, с этим нужно быть осторожнее. Осторожнее. Клубчики-прикучики. Клубчики-прикучики. Ой, Сиалдова, считай целесообразно. Целесообразно. Открой! Откройся! 1-0!
Лестница идет в подозрительном направлении. Лестница идет в подозрительном направлении. Выходим на преступника. Выходим к себе. Это кража. Собаки. Начнем. Начнем. Санкционировать действия. Я устал. Все. Потерпите, коллега. А вот это будет сложнее. Нас мешает вот, кто миномет и инфракрасные лучи. Ну ладно, забудем про это. Ложитесь, коллега. Ох, ну почему нужно всегда об этом думать? 7 часов. Будьте начеку. Деньги тоже были. Деньги тоже были. Вот так вот. Отлично. Великолепно. Преступник где-то здесь. Еще выход из сложившейся ситуации. Деньги тоже употребим. Наличное лицо. Осторожность не помешает. Деньги настоящие. Деньги настоящие. Настоящие. Подозрительный природообмер с миграцией. Mm-hmm.
А если же так будет? Хм. Отлично. Это великолепно. Деньги настоящие. Не настоящие. Настоялись. Ах, это котенка, пуленка. Сверим часы. Сверим часы. Я не лучше меня. Поиски главного считаю целесообразным. Целесообразным. Сверим часы. Я ничего не знаю. Подозрительный природообмен. Миграция. Подозрительный природообмен. Миграция. Поиски виновного считаю целесообразным. Целесообразным. С наличностью лицо. С наличностью лицо. Ага. Летал-то пулялка. Это только пулялка. Люблю крупные купюры. Люблю крупные купюры. Деньги похожи в мире. Отлично. Ради нет. Денег ради нет. Сверим часы. Сверим часы. Знаешь что, Колган великолепно так озвучил, дорогие мои подписчики. Если вы узнали голос Шрека. И не только Шрека вы узнали, но и других таких персонажей, как он озвучил. Привет, миграция, не видим. Снаряды летучие! Сверим часы. Сверим часы. Тут ум нужен для того, чтобы пройти через такие инфракрасные лазеры. Сверим часы. Сверим часы. Сложившись, сложившись ситуация. Аккуратнее. Только остановится и все. Вперед, дальше. Мы ничего не знаем. Сверим часы. Сверим часы. Ой, что я наделал? Назад. Для того, чтобы... Лучики-прыгучики! Миграция. Thank you.
ничего не понимаю. О, здесь, пожалуй, должен быть тот, кто сможет. Свинчис. Пропажа исключается. Речь идет об ограблении. Пропажа исключается. Что это ограбление? Осторожнейся, блядь, не мешай. Да, мои дорогие подписчики. Сверим часы. Пропажи случайно. Ну почему так? Почему так? Зачем? Почему все так хуже? Если вспоминаете Баба-Яга против, то тогда это все хорошо. Не стоялись. Ждите. Ну почему? Ладно, умираем. Это здесь. Преступник где-то здесь. Видели?
Ищем выход из сложной ситуации. Сверим часы. Сверим часы. Сверим часы. Сверим часы. Летучие. Первичное изучение банка. Наличность на лицо. Не очень понимаю. Сверим часы? Сверим часы. Ну, сейчас теперь можно идти. Это все, пожалуй. Выход найден. Выход найден. Но где же наш преступник? Сейчас. Опять меня провели. Милиция рисует. Да за что же? Идем по следу. Всем постепенно черемней. О, Курбофус, это значит, все сделал. Он украл деньги из банка. 34-я серия. Предварительное заключение. В тюрьме будет происходить, значит. Снова пираньи распростились. Что за твари жестокие? Я видел Карбофоса! Шеф! Картина подступления сложилась! Мы в ловушке! Шеф! Милиция пошла по ложному следу. Да, похоже, нас продула милиция. Похоже, она стала на сторону Карбофоса. Хорошо, шеф, вернемся за сменом. Если вы заметили, милиция стала на сторону Карбофоса. Пока милиция нас арестовывала за ни за что, Карбофос тут же сбежал незаметно. Тюрьма еще за прошлого века стоит, все прямо под руками разваливается. Ты под ногами тоже, ты под головами тоже. Твари кусачие! Собаки! Я ненавижу этих собак! Чёртовых этих тварей! Короче, такие они... Так, чай придает бодрость, и с ним можно не бояться следующей атаки врага. Понятно. Это говорится, не бояться и стать сильнее вдвойне. Сверим часы. Сверим часы. О, заключенный, с ним нужно бояться. О, заключенный. Так, все, заключенный мертв. Можно идти дальше. О, какие у нас туалет и кабинка. О, ключ! Ключ мы нашли! Сверим часы! Сверим часы! Я им ничего не сказал! А, милиционер, сейчас мы с ним расправимся. Я ничего не...
отлично. Теперь коллега пойдет. Ай-яй-яй! Придавило его как следует. Ай-яй-яй! Труть преображает преступника! Труд преображает преступника. Нормально. Осторожность не помешает. Осторожность не помешает, дорогие мои подписчики. А теперь здесь самое сложное. Приводка на походка. Хотя почему я даже не понял, что сказал этот шеф. Собаки! Опять эти собаки. Ненавижу этих собак. Отлично. Можно теперь не бояться этих собак. Собаки злые существа. Не будем разбрасываться. Не будем разбрасываться. Отбросимся с сомнения. Заметили собаку, которая решила напасть на ни в чем не повинных наших друзей, на шефа, коллегу и на слугу. Злая собака, потому что бывают же добрые и злые собаки. Так вот эта собака и является злой. С такими собаками нельзя дружить. И кстати, собаки мои враги будут являться. Хотите или не хотите, но не будут моими являться врагами постоянно. Заметьте, у заключенного крестик находился. Нормально таки. Только все равно он не православный человек. С тех пор, как мы все носим крестики, мы уже совсем забываем, потому что крестик — это символ. Это означает о том, что мы действительно служим Богу. Но хотя всем просто наплевать на это. Так, ну, мне не плевать. А вам, дорогие подписчики, наверное, наплевать. Если же вам наплевать, то тогда, увы, пейте сами себя. Проблемы будут ваши. Так, ладно. Теперь сейчас мы должны добираться. О, сейчас начнется самое не очень-то и веселое. Скажу прямо. Опять пройти колючие проволоки. Как же не люблю эти колючие проволоки. Оградим. Белье занесем колючей проволокой или обсадим крапивой. Вот это точно. Рашку! Я ничего не понимаю. Для него это просто. Не будь парашюта, тогда все был бы. Ему капец был бы. Зверь-псы. Так, на
свободу с чистой совести. А не хочем ли добавить еще следующие плакаты? Свобода узникам совести, каждый день произвол чиновникам, играм и наконец-то, и наконец-то тексты из песни «Вихри враждебные бьют над нами». Твари кусачи! А теперь ждем слугу. Слюга наш тайный помощник и наш тайный союзник. Слюга будет нам помогать. Отлично. А теперь подождем, когда ящик придвинется. На этом все. Сверим часы. Сверим часы. Продолжаем. Продолжаем. Пальцы скидисты. Как-то выбрались. Как-то выбрались. Оказать шарскую помощь. Шарскую помощь. Необходимо. Проникновение. О, здесь немножко сложнее будет. Я этого действительно не люблю, как-то сложности. Ай! Тьфу ты! Займемся откуп. Ладно, ничего бывает. Ограничимся решительными нападениями. Я слышу, как кто-то дышит так. Это обычно дышит как собаки. По таким можно догадаться, что это собака. Особенно держит он цепочку с шариком, чтобы не сбежал. Разумно. Сверим часы. Отлично. Все, от собаки избавились. От нее всего можно ожидать. Что-то здесь будет ждать нас внизу. Это я совсем немного еще забылся. Так, здесь немножко сложнее будет. Потому как если попрыгнешь, тебя убьет током. Осторожность не помешает при... И безопасность прежде всего. Не прыгать, чёрт. Прыгать запрещено, когда только над тобой находится цепонь, проволока, в общем, колючая. А что если так? Будем так просто запугивать следующих хулиганов? Будем запугивать колючей проволокой или все время будем обсаживать крапивы? Как вы думаете, дорогие подписчики? Поставьте и напишите в комментариях, как будем прогонять хулиганов. Единица, это значит, поставьте в комментариях, крапивой или колючей проволокой. Единица — это колючая проволока, а двойка — это крапива. Выносливость не повредит. Если чай выпили, значит все. Выносливость будет. Отлично. О, сейчас начнется самое интересное. Я этого ненавижу. Опять собаки! Нет слов, шеф! Эй!
людских нравов и на правах животных. Наверное, дело снова поручим коллеге, потому как коллега все время выполняет свое дело. Да ладно. Такое. Дорогие мои подписчики. Ой, пускай идет куда хочет. Опять эти псины, как же я их ненавижу. А вы их любите? Дорогие подписчики, если хотите поставить комментарий, любите вы собак или нет, напишите, пожалуйста, сами. Поставите просто цифру какую-нибудь. Единица значит да, любим. А два это значит. Не любим. Ну или как хотите, можете писать словами или цифрами. Сами подумайте. Не мне же решать, в конечном итоге. Хели. От собак всего можно ожидать, когда они такие злые. Не правда ли? Ага, вот она замоченная скотина. Ну, ничего такого плохого не вышло. А со съемки? Берем за отметки. Хотя бы что здесь отметки? Это здорово, сука, какие еще отметки? Я совершенно как Алиса еще говорила, будет мне. Буду присылать вам в подарок новые ботинки. Вот. Хотя какой здорово, я тоже кусачи. Не знаю. Твари кусачи! То же самое, как и эти собаки, твари кусачи. Ломайся, стенки! Рамся за стенки! О, охранник, охранник! Я не логично. О, еще снова. Как же я это ненавижу, эти ящики. Безопасность прежде всего. Сверим часы. Твари кусачи! Твари кусачи! Эй! Эй! Справился с этим, это легко было, а вот как справиться шеф и слуга, это мне вопрос, и будет тревожить. Надо было жалеть о том, что я здесь совсем сохранился. Надо выбираться. Надо выбираться, коллега. Именно как раз я это и делаю. Убираюсь. Сверим часы. Ну, это припрыжку не в припрыжку. А теперь здесь начнется самое интересное, неинтересное. Нет, 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 нет. Ну что такое? Ну что ты будешь делать? Шеф, я ни в чем не виноват!
Голодовку объявлять? Голодовку объявлять не будем. Тоже верно. Кто же не хочет объявлять голодовку? Все не хотят. Даже я. Сколько волка не корми, из этого выбраться невозможно. Но все равно, если на ум придет, то очень хорошо. Тюрьма по мне тоже не плачет. Сверим часы. Сверим часы. Отлично. Теперь здесь начнется самое интересное и неинтересное, дорогие мои подписчики. Нужно упасть на ящик, не приземлившись на пруд, на самец этих. Уходим, да прислужим. Да прошка! Собаки! Мужайтесь, коллега. Мы найдем? Преступника! Шеф! Конечно же найдем, коллега, не стоит сомневаться. На законных основаниях. Тюрьма по мне тоже не плачет. Здесь тоже начнется не самое интересное. Сверим часы. С лугой там хорошо получилось, а вот как с остальными, я не знаю. Постараемся. Фуражку! Наденул! И решетки надо вон туда вставать. Отлично. Можно чувствовать себя спокойно. Фуражка. Наши фуражки.
ладно, пожертвуем собой. Ладно, пожертвуй собой. Вот так умирает шеф. Ну и откуда знал о том, что там будет еще и охранник. Дальше. Отлично. Прям дальше. Чего по мне даже не плачут? Артем спросит наступление складывать. Я нашел выход! Все! Эй! Я ни в чем не виноват! Ну конечно не виноват, коллега. А еще фляжку надену. Безопасность бывает, должна быть безопасной, то есть. Я им ничего не скажу, шеф!
с шефом разберемся. Самое интересное. Здесь каждый сам за себя. Голодов убивать не будем. Голодов убивать не будем. Сверим часы. Сверим часы. А теперь здесь необходимо вот что. Сверим часы.
сомнению спрашивается? А зачем сомнение? Дорогие мальчики, на этот раз мы прощаемся, но я смогу наконец-то дойти до этой, и тогда точно смогу закончить прохождение. До свидания, с вами был Ван Гаргамель, всем пока!